мы все еще здесь. Продолжаем эфир, и мы все еще здесь. И мы продолжаем эфир. А мы же где? Все еще здесь. Что мы делаем? Продолжаем эфир. Ура. Рубрика «Соцобзор. Фотографии из интернета». Несколько кировских фотографий, которые мы нашли в соцсетях, и они нас искренне порадовали. Начнем с первой. Мастерство вятской парковки в одной фотографии. Следующее фото посвящено цитатам великих, выведенным пальцем на грязной машине. «Давайте и дальше будем людьми». По-моему, что-то из Пастернака. Хотя вполне вероятно, водитель ехал из Радужного, и у него накопилось, потому что именно в Радужном расположен парк, где есть скульптура Мишки. И вот последнее фото из этого парка. Согласитесь, человек такого сделать ну никак не мог. Вернее всего, это был какой-то козел. Или андатра. Ну а нам стоит оставаться людьми. Ну и закончим фотографией слабака. На календаре 13 апреля, а он уже сдался. Настоящий мужик хранит елку до июля.